После ухода в 1985 году из Apple Computer, какие две технологические компании основал Стив Джобс? Next Computer в 1985 и помощь в основании анимационной студии Pixar годом позже. В Apple Джобс вернулся в 1997. Apple Computer — компания, которая производит уникальные и эпохальные продукты, и они готовятся к новому эпохальному бизнес-шагу. После продолжительного сотрудничества компания отказывается от IBM в пользу процессоров Intel. Стив Джобс объявил об этом сегодня на конференции разработчиков в Сан-Франциско и согласился рассказать нам поподробнее. Мистер Джобс, рад вас видеть. Спасибо, что согласились поучаствовать. С радостью. К чему такой шаг? Этот шаг не настолько эпохален, как вы его описываете. У нас уже есть отличные продукты с архитектурой PowerPC. Также мы готовимся предоставить новые продукты с этой архитектурой. Переход пройдет поэтапно. Будем надеяться, что через год, когда мы вновь встретимся с разработчиками, на рынке будут представлены новые Mac'и с процессорами Intel. Но сам переход займет года два. Присутствующие рассказывают, что вы жестко отзывались о невозможности компании IBM поставлять вам необходимое для производственного цикла. В чем именно IBM не оправдало ваших ожиданий? У нас с IBM очень хорошие отношения, и у них есть свой план развития, их продукты замечательные. Но мы в будущем намерены двигаться в ином направлении. Мы представляем, какие замечательные устройства хотим подарить клиентам в следующие несколько лет. И если заглядывать в будущее на год-два вперед, план развития Intel намного больше соответствует нашему, чем планы остальных компаний. Если мы начнем переход на них сейчас, он займет 2 года, но впоследствии мы создадим те устройства, которые мы хотим создать. В настоящий момент наша продукция хороша, но через год или два возникнут проблемы. Я понимаю, вы не хотите раскрывать всех карт, но не могли бы хотя бы примерно описать тот план развития, с которым согласна компания Intel? Точнее сказать, Intel согласны с вами. Мы никогда не обсуждаем еще не вышедшие устройства, так что я ничего не скажу. В Apple раньше говорили: смешно, когда корабль начинает течь сверху. Так что нет. А направление развития компании? Что это за направление, в котором вы хотите двигаться? Что это значит? Поживем, увидим. Ясно. Позвольте, я задам вопрос по другим темам. Pixar. Есть отчет о том, что при нынешнем главе компании Disney, Роберте Айгере, будут теплые отношения с другой управляемой вами компанией и студиями компании Walt Disney. Есть ли какие-то переговоры об условиях дистрибьюции с Disney, или пока рано об этом говорить? Знаете, у нас с Бобом Айгером был чудесный разговор, и Боб мне понравился. Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что в ближайшие месяц-два начнутся более серьезные обсуждения. То есть сейчас у них хлопот больше, чем, скажем, полгода назад? Я повторюсь, Боб Айгер — отличный парень, и в ближайшие месяц-два мы сядем и все обговорим. Как идут дела в Apple? Сейчас тяжелая экономика, многие запутались, но ваш бизнес лежит в одной плоскости, и вы можете оценить состояние индустрии. Как на данный момент идут дела у компании? Знаете, между квартальными отчетами мы не расскажем никаких подробностей, но последний квартал вышел просто отличным. Мы посмотрим, как наши дела в этом квартале, и сообщим об этом в июле. Аналитики высказывают опасения о темпе продаж айподов, хотя продажи в предыдущих кварталах превысили все мыслимые ожидания. Как дела у айпода сейчас? И опять же, мы не можем обсуждать такие темы между квартальными отчетами. Но мы в восторге от того, что во многих магазинах наш товар не разобрали со складов. Такого не происходило где-то год-два. Мне кажется, это здорово. Сколько песен вы продали? Свыше 430 миллионов. По 99 центов за трек? По 99 центов за трек. Многие считали это невозможным. И мы продаем песен на сумму примерно больше 500 миллионов в год. Мы очень рады. Рыночная доля iTunes составляет больше 80%. За последние 6-9 месяцев она только росла, хотя у нас были проблемы. Я бы хотел спросить, как вы относитесь к Yahoo и другим компаниям, пытающимся занять часть вашей доли? В конце концов, важны только результаты. Я очень жду, когда Yahoo сообщит число своих подписчиков. Скорее всего, этого ждать недолго. Я могу лишь сказать, что наша рыночная доля, которая замеряется каждую неделю, растет.
Так что я тоже с нетерпением жду их результатов. Мистер Джобс, всегда рада вас видеть. Спасибо, что присоединились. Вам спасибо. Стив Джобс, глава Apple Computer и, конечно же, студии Pixar.